Всем привет! Сегодня готовим тушеную курицу с грибами в вкусном сметанном соусе. Мясо получается невероятно нежное. Всем вам рекомендую этот рецепт. Много грибов, порционная курочка получается очень вкусно. Итак, сегодня у нас курочка во вкусном соусе. Можно готовить не только курицу, можно готовить индейку, куропаточек, любую птицу так можно готовить. Я буду готовить в утятнице. Можно взять любую такую сковородку с высокими бортами, с толстым дном, или кастрюльку с толстым дном, чтобы у вас получился такой как эффект, термоэффект. Еще можно готовить в мультиварке. Итак, утятницу я немного смажу растительным маслом. И у меня от утятницы крышка, она у меня идет как сковородочка. Поэтому я ее тоже смажу. Буду немножечко здесь поджаривать мясо. Можно взять любую сковородку. Итак, мясо. У меня 4 бедрышка. Можно взять куриные ножки или куриное филе. И важно, не нужно мясо солить. Вот ни в коем случае в начале мясо солить не нужно. Морковь, натертую на крупной терке. Я взяла просто одну морковку. Отправляем на дно утятницы. Отправляем мясо на разогретую сковородку. И просто нужно его, чтобы оно схватилось с двух сторон. Готовить до готовности не нужно. Пока мясо поджаривается, я возьму шампиньоны. У меня 200 грамм, можно взять любые грибы. Если они у вас очень мелкие, напополам и все, мелко не мельчите. Но у меня вот такие классические средние шампиньоны. Я разрежу их на 3 части, вот так, и все. Так, смотрите, видите, курочка чуть-чуть схватывается. Вот такая она еле-еле золотистая. Не нужно ее сильно зажарить. Вот так вот сейчас схватится, буквально чуть-чуть. Перекладываем курицу на морковь. Сверху на курицу отправляем грибы. Вот так. И теперь берем соль. И все хорошо солим. Вот так. Сюда заливаем где-то 100 мл воды обычной. И где-то вот у меня осталась столовая ложка оливкового масла. Тоже сюда заливаем. Накрываем крышкой и отправляем пока на огонь. Мы будем готовить соус. А на среднем огне, где-то вот у меня цифра 12, пусть оно начинает томиться. Рядом на сковородочку отправляем где-то 30 грамм сливочного масла. Сюда же я отправляю лук, одну луковицу, неважно, как вы ее нарежете. В лук добавляем немного молотого перца, обязательно. И немножко соли. Теперь готовим соус. Я буду использовать сметану 20% и молоко. Вместо молока очень классно использовать сливки, причем самые жирные, которые вы найдете. Но вкус будет отличаться немножко, и по консистенции оно будет немножко отличаться, если вы будете сливки использовать. Но с молоком тоже можно. У меня сегодня именно молоко, потому что сливок просто нет. Итак, 100 грамм сметаны. Лук я буду пассеровать, зажаривать его не нужно. Довожу его до такого состояния, когда он прозрачный и мягкий. 150 мл молока или сливок. 2 полные чайные ложки муки. Вот так, больше не нужно. Сюда я добавляю щепотку паприки. Ну, где-то пол чайной ложки я так навскидку. Немного молотого лаврового листа и немного итальянских трав. Все перемешиваем. И обязательно соль. Можно добавить щепотку мускатного ореха, если у вас есть. Смотрите, лук стал прозрачным. Заливаю сюда соус, который приготовили. Перемешиваем. И пару минут немножко его увариваем. Чуть-чуть. Он сразу начнет густеть. Моментально он начнет густеть. Видите? Я делаю маленькую температуру. Такую совсем. Вот 8 поставлю. Чтобы он чуть-чуть загустел. Уже загустевший соус отправляем на курицу. Вот так. Выглядит аппетитно. Ну и пахнет тоже очень. Смотрите, вот так распределяем соус сверху. И теперь делаем огонь средний, накрываем крышкой и ставим таймер на 40 минут. Через 40 минут оно будет готово. Можно курицу порезать небольшими кусочками, тоже так можно. Но так порционно, сразу кусок мяса с подливой. К этому блюду очень вкусно пюрешечку, просто картошку или макароны. Посмотрите, как получилось. Грибочки такими большими кусочками, много подливки.
Как раз вот к макаронам или к картошке классно, когда много подливы. Ну, по крайней мере, у меня так любят, с большим количеством подливы. Так, ну что, пробуем. Вот такая красота у нас получилась. Классно, что здесь много грибов. Вот так. Ну, я сейчас просто покажу. Храню в холодильнике. Но она так разлетается на ура, но такая подлива очень вкусная. Курица — это одно из самых таких популярных блюд. Мы всегда готовим курицу. Что приготовить? Курицу. Попробуйте даже с индейкой приготовить, будет очень вкусно. Или перепелок. Очень вкусное, нежнейшее. Просто нежненькое мясо. Оно прям вот тает во рту. Кстати, такая подливка, она так все соединяется, что не зная, что здесь сметана, и по вкусу нет кислинки даже вообще. Если будете вместо молока добавлять сливки, получится чуть-чуть другой привкус. Мне тоже очень нравится со сливками, попробуйте. У меня на канале есть рецепт тефтели со сливками, тоже получается очень вкусно. Вообще сливки — это такой продукт, когда добавляешь, получается просто бомбезно. Моя любимая подлива — это из сливок, лука и грибов. Ее можно к чему угодно добавлять, получается очень и очень вкусно. Все, целую, люблю, бывает и пока, обязательно приготовьте. Приятного аппетита!